2022 год мы выходим с большими объемами по строительству новых объектов, зданий и сооружений, по ремонту существующих объектов. Накануне Дня металлурга введена в эксплуатацию новая транспортная проходная с 4 полосами движения, комфортными пунктами досмотра и системой видеоаналитики. Немало сделано для обеспечения энергетической безопасности производства. На территории завода на разных стадиях строительства находится сразу несколько подстанций. Построено здание подстанции КП-12, на подстанциях КП-8 и КП-18 установлено оборудование и ведутся пусконаладочные работы, а также прокладываются кабельные линии. На подстанцию КП-2 получено положительное заключение Ростехнадзора. Подано напряжение, ведутся работы по переводу потребителей со старой подстанции на новую. Один из ключевых современных инвестиционных проектов предприятия – реконструкция третьего отделения цеха электролиза магния – продолжает планомерно воплощаться в жизнь. Модернизация ПУ-3 началась еще в 2008 году. В настоящее время завершены основные строительные и пусконаладочные работы. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. В основном технологические строительные работы у нас проводят дочерние предприятия «Висмоспецремонт» и «Висмострой». А по специфическим работам у нас сторонние подрядчики. Производственные пейзажи продолжают преображаться в горячую ремонтную пору. В цехе энергоснабжения осуществляются работы по замене оборудования сети оборотного водоснабжения. Введен в эксплуатацию участок Камского водовода протяженностью 640 метров. Еще один крупный проект – модернизация второй технологической нитки в металлургическом цехе, предусматривающая установку нового вертикального пресса послойной резки. Начаты подготовительные строительные работы, далее демонтаж и установка фундамента. Кроме установки нового пресса, планируется замена конвейеров. Уважаемые металлурги, работники строительных профессий, работники дочерних обществ, разрешите вас поздравить с профессиональным праздником Днем строителя. Пожелать вам здоровья, благополучия, счастья, успехов в работе, в личной жизни. Давайте сделаем так, чтобы все наши планы стали реальностью.